В этом году государственные чиновники и будущие дипломаты начнут изучать новый предмет под названием «Школа государственности Эмамали Рахмона». Таджикские ученые завершили работу над проектом введения в систему образования нового предмета и направили его на утверждение в Академию наук Таджикистана. Об этом сообщил в беседе с радио Азади 8 февраля заместитель ректора Института управления при президенте Таджикистана Хамидхон Нуриддинов. Но Рединов, комментируя свою инициативу, заявил, что президент Рахмон на протяжении двух десятилетий показал, как он выразился в великое искусство управления государством. В связи с чем все государственные служащие должны изучить положительный опыт Рахмона. Следует напомнить, в 2016 году лояльные к режиму чиновники, дабы угодить президенту, уже ввели в некоторых вузах Таджикистана новый учебный предмет под названием «Эмамали Рахмон – архитектор нового государства таджиков». Наблюдатель отмечает, что секуляристский режим Рахмона стремительно деградирует, а таджикские чиновники окончательно превратились в придворных, использующих любую возможность для того, чтобы польстить своему королю. Если даже не говорить о незаконности в своей основе правления этого тирана по придуманным и противоречащим исламу законам, то объективный взгляд на результаты правления правящего режима проясняет, находящийся у власти в течение более чем 20 лет Рахмон, более чем далек от того, чтобы называться успешным государственником. Сегодня народ Таджикистана изнемогает под тяжестью огромного количества насущных проблем в жизненно важных областях деятельности государства, так, например, на сегодняшний день линия электропередач абсолютно отсутствует около 180 населенных пунктах по всей стране. У 40% населения же вообще отсутствует доступ к чистой воде. К среднему классу относятся не более 22% населения страны, в то время как большинство живут за чертой бедности. Согласно оценкам международных организаций, Таджикистан является одной из самых бедных стран региона. А что же касается вопроса о том, кто же все-таки является лучшим объектом для подражания в качестве государственного деятеля и политика для народа Таджикистана, то в качестве ответа стоит упомянуть высказывание известного английского писателя XX века Бернарда Шоу, который сказал, «Если бы человеку, подобному Мухаммаду, суждено было единолично управлять нынешним миром, он преуспел бы в разрешении его проблем, что в свою очередь принесло бы этому миру покой и счастье, которых ему так недостает». Я изучал его человека удивительного. Его следует назвать спасителем человечества.